Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака. Согласно китайскому гороскопу, символом 2022 года станет черный водяной тигр. Также можно встретить упоминание о голубом тигре. В восточной культуре тигр – один из самых почитаемых представителей фауны. Это символ щедрости, силы и справедливости. В нем сочетаются мудрость, страсть, вечное движение к цели и одновременно неторопливость, умение останавливаться и выжидать добычу. Кто родился в год тигра? Если вы появились на свет в 1938 году, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010 или 2022 будущем году, это ваш знак. Такие люди наделены смелостью и сильны духом, но бывают импульсивны и раздражительны. Тем не менее, это прекрасные лидеры. Астрологи прогнозируют, что 2022 будет мощным и наполненным годом. Это не время расслабления и почивания на лаврах. Перемены придут в жизнь каждого, но будут они со знаком плюс или минус, будет зависеть от нас самих. Тех, кто сумеет достойно воспринимать любой вызов, ждет не год, а целое приключение. Но чтобы встретить тигра достойно, придется распрощаться с прошлым и сконцентрироваться на дне сегодняшнем. 2022 – период захватывающих событий и эмоциональных вспышек. И последнее стоит держать под контролем. Смелым и решительным, но осторожным, тигр обязательно принесет удачу. А еще тем, кто все сюрпризы повседневности будет воспринимать благородно и с королевским спокойствием. Если уже долгое время вы боялись действовать и воплощать мечты в реальность, сейчас пора. Нерешительность и сомнения сыграют не в вашу пользу и оставят в состоянии покоя. Но в таком случае того самого решительно прыжка не произойдет. Разве этого вы ждете от 2022? Стоит оставаться спокойным, принимать решения взвешенно и держаться здравого рассудка, не становясь заложником провокаций. Финансовый и карьерный гороскоп. Год черного тигра – прекрасное время учиться, совершенствоваться в своем деле. А еще хозяин 2022 года сподвигнет многих сменить место работы или даже вид деятельности. Кто сумеет рискнуть, окажется в выигрыше. Особенно это касается людей с монотонной, однообразной занятостью, которых большая кошка тоже заставит двигаться. Для тех, кто привык тратить все сбережения, не лучшее время. Тигр любит собранность, планирование и стабильность. Вот почему в 2022 году лучше инвестировать и приумножать. Любовный гороскоп. В сфере отношений и увлечений многих также ждут перемены. Для кого-то случится серьезный шаг – брак, а кто-то просто заведет страстный роман. Второе особенно касается огненных знаков – Овна, Льва и Стрельца. Скучно не будет никому, разве что представителям водной стихии, близнецам, водолеям и весам, стоит все-таки прислушиваться к разуму. Иначе в отношениях начнутся конфликты из-за вашей легкомысленности. Давайте узнаем подробнее гороскоп для каждого знака зодиака. Но перед просмотром хочу вам рассказать о нашем телеграм-канале, там вы можете узнать свое будущее. Гороскоп для Овна. Если Овен закроет все висящие вопросы в 2021 году, то огненному знаку номер один будет сказочно вести в 2022 году. Особенно во второй половине года. При условии, что вспыльчивый Овен будет еще и наблюдательным, то точно сорвет джекпот. Вместо традиционных порывов, знаку придется научиться думать стратегически и не рубить сгоряча. Если Овны поработают над собой, тигр не единожды поможет и в карьере, и в любви. Кстати, о любви. Тут однозначно будут перемены, даже если вы давно в паре. Возможно, второй половинке дадут хорошую должность или новый интересный проект, который в целом повлияет на вашу совместную жизнь. Гороскоп для Тельца. Начало года станет периодом затишья и ухода в себя. На это время лучше остановить бурную деятельность. Чтобы достичь многого извне, придется заглянуть глубже в собственные мысли. Это поможет сделать большой рывок во второй половине года. Не стоит идти на авантюры в делах амурных и денежных, обманите только самого себя. Займитесь спокойными бытовыми делами, обучением и общением с семьей. И про финансы, при возможности не одалживайте никому денег на сомнительные затеи или проекты. Гороскоп для близнецов. В 2022 году знаку номер 3 предстоит встретиться с глазу на глаз со всеми нерешенными проблемами, к которым близнецы так и не решились подступить в 2021 году.
Если сумеете воспринять все как увлекательную игру, а не испытание, тигр вдвойне отблагодарит за умение рисковать и быть решительным. Финансовый гороскоп для близнецов сулит стабильность. Это отличное время, чтобы накопить подушку безопасности или вкладывать деньги в стоящие проекты. А вот в любви придется потренироваться и прислушиваться к чувствам, а не действовать согласно слишком уж рациональному подходу. Гороскоп для рака. Задача номер один в новом году – поработать над самооценкой и верой в себя. Список дел таков – не реагировать на непрошенное мнение окружающих и управление собственными эмоциями. Не планируйте спонтанности, поездки, смена работы и разрыв отношений возможны, но только при наличии хорошей стратегии. А вот в начале лета прекрасное время, чтобы поработать над отношениями или влюбиться. Для тех, кто в паре звезды сулят конфликты и возможный разрыв, где инициатором будет рак. Гороскоп для льва. Голубой водяной тигр обещает быть добрым для представителей знака, которые сумеют перебороть свой консерватизм и изучить новое. То, что отлично срабатывало в карьере или любви раньше, в новом году может дать осечку. Так что стоит подготовиться заранее, чем потом зализывать раны из-за собственной самоуверенности. Речь не идет о глобальных переменах и жизни с чистого листа, научитесь видеть неизведанное в привычном. Что касается финансов, львам в 2022 году стоит поэкономить. А еще это не лучшее время инвестировать или делать крупные покупки, в которых вы сомневаетесь. О кредитах и речи не идет? Гороскоп для дев. Девам стоит держать себя в тонусе психологическом и физическом. Ведь вас ждет череда перемен во всех сферах жизни. А если хотите двигаться вперед, придется оставить позади все комплексы и сомнения. Время романтики и общения – весна. Девы будут настолько обаятельны, что количество знаков внимания от поклонников заставит переживать партнера. Летом вам захочется разобраться в себе, поэтому отправляйтесь в отпуск без компании, если хотите понять желания своего сердца. Семейных людей может ожидать кризис в отношениях и конфликты, но они ведут только к выходу на следующий уровень понимания и наслаждения друг другом. О талисманах для дев у нас есть специальный материал. Гороскоп для весов. Год черного водяного тигра порадует весов новыми открытиями на профессиональном и любовном фронте. Чтобы дела продвигались быстрее, придется поработать над окружением. Оглянитесь, вокруг вас действительно те, кто искренне рады за победы и умеют помогать. И сколько бы вы ни разрывались в своем желании угодить всем, все-таки во многих ситуациях придется выбрать одну сторону. В любви стоит проявлять инициативу, так шансы найти половинку резко возрастают. В денежных делах стойко себя почувствуют те, у кого есть хорошая подушка безопасности. Иначе рисковать не стоит. Гороскоп для Скорпиона. 2022 станет для Скорпиона годом любви. И это не только про любовь к мужчине или женщине, но и любви, взращенной внутри. Поработайте над собственными чувствами, чтобы лучше понимать окружающих. Отбросьте излишнюю горделивость и оставайтесь верны тем, кто всегда верен вам. С конца мая и до середины лета – время интриг и напряженности. Переключитесь на любимые хобби и встречи с друзьями, чтобы период прошел с минимальными потерями нервных клеток. Сумейте это, получите внутреннюю гармонию и силу. Романы в новом году у Скорпиона будут, но это больше истории про увлечение и страсть, нежели про серьезные отношения. К слову, если вы в отношениях, также позаботьтесь о страсти и притяжении между друг другом. Чтобы к концу года не обнаружить, что с вами совершенно незнакомый для вас человек. Гороскоп для Стрельца. Стрельцов ждет год романтики, в отношениях вы или нет, не имеет значения. Если хотите завести молниеносный роман, дерзайте, но если у вас прицел на серьезные отношения, не стоит ожидать, что очередной и спонтанный ухажер окажется идеальным для семьи. И хоть под мир прогибаться не стоит, в год тигра лучше научиться идти на компромиссы, чтобы выиграть в два раза больше. Однозначные победы ждут Стрельца в работе, не бойтесь масштабов, которые вас ждут. Для этого в новом году получите и уверенность в себе, и долгожданное спокойствие. Гороскоп для Козерога. Для приземленных Козерогов 2022 года станет испытанием. Знак, который любит все держать под контролем, столкнется с тем, что придется потерпеть и довериться хозяину года. Спонтанность не характерна для Козерога, но в этом случае. Иногда нужно учиться отпускать ситуацию и доверять обстоятельствам. Иначе придется ввязаться в борьбу, которая не принесет результатов, но силы отберет.
В любви предстоят разрывы отношений, но это больше касается истории, где и так все шло к финалу. Зато, оставив все ненужное в 2021 году, Козерог получит второе дыхание и вдохновение для своих целей. Гороскоп для Водолея. Начало года выдастся интенсивным в рабочем плане. Не все будет идти гладко, но уже с мая по ноябрь Водолеям можно будет расслабиться и получать удовольствие. А еще влюбляться. Но это уже ближе к осени. И при условии, что поработаете вы усердно. Водяной тигр однозначно на вашей стороне в 2022 году. В денежном вопросе год не будет стабильным, но те, кто раньше удачно вложил финансы, получат хороший результат. И пора присмотреться к здоровью, работая на максимуме возможностей, старайтесь основательно отдыхать и переключаться на другие заботы. Гороскоп для рыб. Год перемен во многих сферах. С января по апрель и в конце года ожидают самые решающие месяцы. Новая любовь, новый дом, работа или увлекающие хобби, отдайтесь изменениям сполна. Женщины-рыбы обладают отменной интуицией, и гороскоп на 2022 год подтвердит, что она очень понадобится во многих ситуациях. Ведь иногда логика только мешает услышать себя. Главное, не действовать спонтанно и иметь хороших партнеров в любой сфере жизни. Спасибо, друзья, за просмотр и подписку на мой канал. А я вам желаю успешного нового года. Пусть все ваши мечты сбываются.